Проект обновления лыжного стадиона в Магадане разрабатывается по инициативе губернатора Колымы. Эта тренировочная площадка находится в районе Черемушек на Снежной долине. Представители власти отметили, что предпроектная работа по развитию лыжного стадиона ведется уже полным ходом. Компания «Магнум», которая сегодня строит президентский дворец спорта, она работает очень плотно с федерацией лыжных гонок Российской Федерации. Благо, что спортивными объектами федерации занимается наш магаданец Игорь Беломестнов, который надиктовал тех задания и сказал, какие объекты и в каком объеме должны быть для того, чтобы проводить соревнования, по крайней мере, всероссийского уровня. По цене спортивного объекта говорить еще преждевременно. Проект стадиона только планируется. Сейчас работа строится на этапе выполнения заданий предпроектных решений. Свой вклад в развитие лыжного спорта внесла и Магадан-электросеть. Она проложила новую электрическую сеть вдоль спортивной трассы. Это позволит комфортно работать как на период стройки, так и в дальнейшем в эксплуатации этих комплексов. Я знаю, что лыжня на гороховом поле плохая, особенно после всех этих ветров, снега практически на лыжне нет. И я считаю, для того, чтобы вырастить хороших спортсменов, нужно, конечно, тренироваться там, где тренировалась Елена Валерьевна Вяльбе. Это на Черемушках в районе Снежной долины. Эта лыжная трасса сертифицированная, и на ней всегда достаточно снега. Для спортсменов должны быть созданы все условия, чтобы они тренировались именно в районе Снежной долины. Только в этом случае они смогут соответствовать уровню спортсменов, которые представляют сборную Российской Федерации, отметил глава областного центра.